Добрый день. Начну с того, что, как уже известно всем, в Республике Башкортостан 18 марта 2020 года принят указ главы Республики Башкортостан номер 111 о режиме повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой возникновения распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции. Этот указ, как следует из названия, вводит на территории Республики режим функционирования органов управления сил башкирской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, режим повышенной готовности с установлением обязательным для исполнения граждан и организациям правил поведения в соответствии с настоящим указом. В указе оговариваются такие моменты, например, как отмена или невозможность отмены, перенос запланированных мероприятий, культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий с количеством участников более 50 человек. Конкретно определены обязанности граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Башкортостан. В обязанности граждан вменяются такие моменты, например, начиная с 20 часов 31 марта 2020 года, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим указом. Имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождения в общественных местах без совместного сопровождения с 18 часов до 13 часов местного времени. В возрасте старше 65 лет воздержаться от нахождения в общественных местах с 18 часов до 10 часов местного времени, без исключений, предусмотренных режим самоизоляции, кроме обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Начиная с 20 часов 31 марта 2020 года соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах за исключением нахождения в такси. Также гражданам рекомендуется воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации в субъекты Российской Федерации, где эпидемическая неблагополучная ситуация. Эти субъекты РФ и страны, информация о них размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Далее я буду называть эту службу Роспотребнадзор. Посещение любых массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных, о которых я уже сказал. Посещение мест массового скопления людей, в том числе религиозных объектов. Поездок, в том числе в целях туризма и отдыха. Перечислены случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции. Такие случаи, как обращение за экстренной неотложной медицинской помощью в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью. Следование к ближайшему месту для городских округов и городских поселений. Ближайшее место – это расстояние, не превышающее 150 метров от места проживания, для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, при наличии паспорта и нового документа, удостоверяющего личность. Прогулка с одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания, также при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, также при наличии указанных документов. Вынос отходов до ближайшего места накопления отходов. Также с собой необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Работа в нижеперечисленных органах, организациях при наличии документа, удостоверяющего личность, пропуска в виде пластиковой карты или на бумажном носителе, выданного указанными органами, организациями. Здесь приводится перечень, далее в указе приводится перечень организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не приостановлена указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года и настоящим указом главы республики. С этим перечнем вы можете ознакомиться в этих указах. Эти указы, кстати, они размещены на официальном сайте администрации Янаульского района, на официальных страницах в социальных сетях администрации района. Перечень довольно обширный, но это такие организации, как органы управления, в
том числе суды, правоохранительные органы, учреждения в сфере защиты населения, территории от чрезвычайной ситуации, сельскохозяйственные организации, организации общественного питания в соответствии с требованиями, которые тоже обговорены в этом указе. Ну и довольно обширный список. Далее, этим указом обозначены уважительные причины, при которых граждане могут передвигаться, ну, соответственно, оформить соответствующее разрешение. Надо сказать, что администрация Яновского района принято постановление, которым регламентируется выдача специальных пропусков, регламентируется передвижение населения на территории нашего района, как и в этом указе, в указе главы республики изложено, также и нами там продублированы моменты, единственное только установлены, утверждены формы справок. Для передвижения по Яновскому району те граждане, которые идут на работу, с работы или осуществляют деятельность своего предприятия на территории Яновского района, они передвигаясь, должны иметь при себе справку установленной формы, которую выдает работодатель, заверенную подписью, печатью. В этой справке указываются реквизиты предприятия, должен быть номер телефона, но форма справки также она размещена на сайте, на официальном сайте администрации Яновского района. Далее специальный пропуск, тоже форма которого утверждена, она размещена также на сайте нашего района, она выдается тем гражданам, кто имеет уважительные причины для передвижения, такие как смерть близкого родственника, рождение ребенка, близких родственников, возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания. Эта справка выдается также нами волонтерам, которые осуществляют помощь гражданам, которые в силу правил самоизоляции находятся дома, не имеют возможности сходить в аптеку, в магазин. Таким гражданам осуществляется такая помощь. Телефоны волонтерского штаба, который работает в круглосуточном режиме, они также размещены на официальных страницах социальных сетей администрации нашего района, на официальном сайте. Туда можно, позвонив, обратиться. Вот, пропуска выдаются этим перечисленным категориям граждан. За специальным пропуском порядок выдачи вот такой. Надо написать заявление, тоже установленного образца, в администрацию района. Его можно либо посредством электронной почты его нам направить, либо, придя в администрацию, написать заявление здесь. Формы заявлений находятся у нас в фойе администрации. Дежурный их принимает, обрабатывает. Далее фамилия того гражданина, кому выдан спецпропуск, вносится в специальный список. Эти списки мы передаем в ЮДДС, чтобы была возможность при возникновении необходимости проверки сотрудник полиции либо дружинник мог позвонить в ЮДДС и свериться, действительно ли этот гражданин получил данный пропуск, если возникнут какие-то сомнения в подлинности, в качестве этого пропуска. Далее, наверное, стоит сказать про то, что в республике начал работу портал дорога02.ру. С помощью этого портала он предполагает выдачу разрешений для передвижения на своем личном транспорте. С момента начала этого портала, буквально он пару дней назад начал свою работу, с помощью этого сайта граждане могут оформить разрешение на, как я уже сказал, на перемещение, на передвижение на личном транспорте по территории Республики Башкортостан в условиях действующего режима самоизоляции. На этом портале
для оформления разрешения необходимо указать свои фамилии, имя, отчество, указать адрес своего проживания, номер автомобиля и причину, цель для своей поездки. Также здесь есть перечень уважительных причин, при которых разрешается передвижение на личном автотранспорте и выдается разрешение на этом портале. Это вот то же самое, что и я до этого перечислял. Смерть близкого родственника, рождение ребенка близких родственников, возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания, доставка продуктов питания, лекарственных средств, товаров первой необходимости близким родственникам, уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками, обращение медицинской организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию, обращение в организации, предоставляющие услуги связи, финансовые организации, многофункциональные центры, предоставление государственных и муниципальных услуг, реализация продуктов питания собственного производства. А вот начиная с 16 часов 10 апреля, сегодня получается, садовые, предусадебные, дачные участки, индивидуальные жилые строения расположены на этих участках в загородных индивидуальных жилых домах. Этот пропуск, его можно либо распечатать, полученный пропуск вот с данного портала, либо можно его распечатать, либо сохранить в телефоне и демонстрировать с экрана телефона тем, кто будет осуществлять проверку передвижения транспорта. В принципе, основные моменты я обозначил, которые связаны с передвижением граждан по территории нашего района. Также хочу сказать, что в нашем районе образован штаб. Он уже работает несколько недель, именно штаб по по профилактике, по недопущению коронавирусной инфекции в нашем районе. Туда в штаб вошли все заместители главы администрации муниципального района, все федеральные службы, проводящие надзорную деятельность, отдел полиции, районный отдел полиции наш и так далее. У этого штаба также, в этом штабе организовано круглосуточное дежурство, телефоны размещены везде, в общем доступе они есть, также на нашем официальном сайте администрации района, на страницах социальных сетей, официальной странице социальной сети администрации эти телефоны есть, звонки поступают, информационным отделом у нас формируются рубрики, часто задаваемые вопросы, ведется такая рубрика, где размещаются также на сайте, в социальных сетях, часто задаваем вопросы и ответы на них. Нами организован вот такой формат брифингов, где ответственные специалисты отвечают на вопросы граждан, которые возникают вот в связи с данной ситуацией. Надо отметить, что да, звонки поступают, часто задаваем вопросы, мы оттуда определяем, готовим ответы, размещаем. Ну, наверное, все. Если будут вопросы, пожалуйста, оставляйте их на нашем сайте, оставляйте на наших страницах. Наши специалисты администрации и штаба будут оперативно давать ответы на ваши вопросы. Спасибо.